Друзья, всем привет! А у нас сегодня спельта. Да, ребятки, да, дорогие мои. Вот такая вот водочка. Самая дорогая водка, которую я когда-либо встречал в своей жизни. Бутылочка 0,7 обошлась мне в этой коробке за 3700 рублей. 3695 рублей, объем 0,7. Итак, ребята, давайте посмотрим, что же это такое. Вот такая вот красота, деревянная коробочка. И в этой коробочке у нас, вот таким вот образом, все, видите, как все сделано, аккуратно, культурно. Вот так вот вытаскиваем и получаем бутылочку объемом 0,7. Что еще внутри? Внутри у нас находится несколько зернышек, точнее не несколько, а целый мешок зернышек. Целый мешок зернышек и два колосочка пшеницы, которая называется спельта. Это полудикая пшеница, из которой раньше в далекие-далекие времена селекционировали современные виды пшеницы. Она очень тяжело выращивается, требует особого ухода, требует специальную почву, очень плохо, как сказать, Очень мало вызревает, плохо вызревает. Вот. Но, тем не менее, она является очень-очень мощным, насыщенным таким продуктом. Гаплоидные виды пшеницы, которые содержат очень огромное количество аминокислот. То есть сама пшеница круче, чем обычная селекционная в плане полезности. Вот. И является эко-стандартом. Так сказать, для любителей экологически чистых продуктов. Ребятки, давайте сейчас я это все уберу, вот, и продолжим знакомство. Значит, что еще здесь у нас есть? У нас здесь есть вот такая книжечка. Интересно, сейчас я ее развяжу. Интересная книжечка, где описано все про эту водку. Значит, спирт делается из вот этой вот эко-пшеницы спельты, и по названию пшеницы получила название и водочка. Водка спельта. Зерновая культура, дикий предок, современная пшеница. В общем, все, что я вам сказал. Ребята, делают саранские ЛВЗ. Вообще, молодцы, креативные ребята. Что только не придумаешь. Ну, конечно, да, 3700. Это круто за бутылку водки объемом 0,7. И тем не менее, друзья мои. Водка имеет 3 эко-сертификата. Американский, европейский и российский. Причем российский получен только в 2020 году, а европейский и американский получены раньше. Вот. Почти исчезнувшая зерновая культура, вскормившая все человечество, несмотря на исключительно полезные свойства, в мире практически не осталось места ее культивирования из-за утраты большей части семенного фонда, замещенная более урожайными гибридными сортами пшеницы. Да, 40 градусов, ребята. Выпускается водка ограниченными партиями. Каждая бутылка пронумерована. Вот. Вот эта бутылка номер 5156. Я смотрел сертификаты Саранского ЛВЗ на выпуск различной водки. Так вот, спельта и чистые росы. Если что, чистые росы вот сейчас в уголке появятся. Можете посмотреть про чистые росы. Тоже хороший ролик. Тоже Саранский ЛВЗ делает. Тоже с экологически чистой пшеницы. Так вот, у них ограниченная партия. И каждая бутылочка получает свой номер и не более, по-моему, 15 тысяч литров в год одного вида, 20 тысяч литров в год другого года и так далее. Другого вида водки. В общем, водка очень дорогая, не только потому, что ее сложно делать, сложно выращивать пшеницу, но и потому, что еще ограниченной партии. Ух ты, видите, какая здесь выемка. Вообще крутая. Бутылка мощная. Друзья мои, спешу попробовать. Спешу попробовать эту водку. Давайте же вместе ее сейчас откроем с вами. И посмотрим вместе на качество данной продукции. Вот так вот. Ух, красота. Ну что, наливаем. 3700, ребята. 3700. Ну что? Господа, сегодня 2 августа, день ВДВ. Давайте, ребята, все, кто причастны, с днем ВДВ.
как говорят, никто кроме нас, за ваше здоровье. Вы знаете, очень сильно отличается от обычной водки. Своеобразный легкий аромат и своеобразный легкий привкус. Закусывать вообще не требуется. Видите, я выпил, она как в сухую землю залетела. Слушайте, ну просто прекрасная вещь. Если у вас будет возможность, обязательно попробуйте. Это потрясающе. Написано «Урожай 2019 года» на бутылке, как и на бутылках с вином, как на бутылках с хорошим виски. Пишется «Урожай какого года». Друзья мои, это потрясающе. Я не знаю, это здорово. Как еще вам отрекомендовать, не знаю. Но в составе спирт и вода. Все, больше ничего здесь нет. В составе только спирт и вода. Ребятки, водка пьется как нектар. Давайте еще раз. Грамулечку. Да, вы скажете, Глеб, ну 3700 это too much. Господа, без коробки. Эта же водка продается за 2800 рублей, чисто если брать бутылка, без подарочного варианта. 2800 уже... Цена такая, знаете, есть монгольские разные водки, там Чингисхан, допустим, он стоит 2, также 2700 с чем-то. Есть Рейка, кстати, довольно хорошая водка, исландская водка Рейка. Обалденная вещь, если что, вот здесь вот посмотрите, ссылочка сейчас выскочит на Рейку. Тоже мы ее дегустировали. И я вам скажу, Спельта и Рейка, они просто холка в холку идут, я даже не знаю, какую из них предпочесть. Обе классные, обе имеют свою неповторимую какую-то индивидуальность и в аромате, и во вкусе. Вот. Рекомендос, друзья мои, рекомендос четко. Никаких вопросов у меня не вызывает ни качество изготовления, ни качество вкуса и аромата. Кстати, ферментированный спирт. Сначала, перед тем, как делать спирт из зерен дикой пшеницы, ее смачивают и потом проращивают в течение 5-7 дней. Вот. И уже после этого только делают спирт. Благодаря этому спирт насыщается вот этой вот приятной, интересной хлебной ноткой. Хоть и это ректификат, тем не менее, даже в ректификованном ферментированном спирте присутствует определенный вкус и аромат. Можете сами в этом убедиться. Друзья мои! Всех обнимаю, всем пока, подписываемся, ставим лайки, если какие-то есть дополнения, интересные факты, может кто-то пил, кто-то любит спельту, пишите в комментариях, будет интересно послушать, как говорится, людей, сведущих в этом деле, потому что я первый раз ее попробовал, не знаю, когда в следующий раз я еще ее возьму, сами понимаете, такая сумасшедшая цена, но водка просто бесподобна. Всем пока, друзья.